Дети – цветы жизни, и вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях волнует почти каждую семью, у которой они есть. По мнению молодых родителей, определить ребенка в детский сад непросто. Очередь постоянно растет, и все же они стараются подать заявление и устроить ребенка в дошкольное учреждение как можно раньше. Потому что понимают, что место в детском саду – это не только возможность самим выйти на работу, но и их ребенку стать более самостоятельным. Очередь полно, стоят дети. Очередь не доходит, то в два, то в три идут. В нашем городе нужна работа, чтобы за эти детские сады платить, потому что очень дорого платить за садик. А зарплаты очень маленькие в городе Чистополе. Обязательно нужны, поскольку рождаемость увеличивается. Молодежь все-таки в нашем городе есть, и это связано с увеличением рождаемости, поэтому садики обязательно нужны. Для решения этих проблем в России реализуется проект «Детские сады детям». Его задача – обеспечение достаточного количества и доступности детских дошкольных учреждений. На сегодняшний день в нашем муниципальном районе в очередности остается 1400 детей. Управление образования не оставило без внимания этот вопрос и принимает меры по увеличению мест в детских садах. В 2012 году уже был открыт новый детский сад на 220 мест в районе Мельничной площади. И сейчас на улице Полющенкова идет строительство нового дошкольного учреждения, тоже на 220 мест, открытие которого планируется уже зимой. Перспективы на будущее у нас положительные. Мы проводим работу по увеличению мест и строительству пристроя в 7-м детском саду, который находится в центре у нас города. Также отправлена заявка на увеличение мест и строительства детского сада в районе Крутой горы нашего города. Садик – как школа для дошкольников. Детские сады, построенные качественно – это залог безопасности и здоровья детей.